человек познается в поступках. Ну, смотря какой это человек, мужчина познается в поступках, а женщина познается в словах. Как же это? Hey, и пу, и уай. Каждый человек может обмануть. К сожалению, да. И мужчина обманывает в словах, а женщина обманывает в поступках. Как же это проявляется? Сейчас вам подробно расскажу. Например, вы встречаетесь с мужчиной. Он говорит: «Я хочу создать с тобой семью». И вот ходите вы первый год, второй, третий, он вот все ходит и рассказывает, как он хочет семью, и вот это у нас будет, и я тебе шубу подарю. То есть на словах он вас обманывает, а поступков нет. Поэтому наблюдайте за поступками. Ведь об истинном отношении к вам мужчины говорят именно его поступки. Поступков нет, до свидания. А женщина может обманывать в поступках, не в словах. Она на поступках может показать, какая она замечательная хозяйка. Вы к ней придете домой, она вам и пирог испечет, и угостит, и заботу проявит. Вы на ней, например, женитесь, и она не хочет уже ничего делать, потому что на самом деле она совершенно не хозяйственная. Она просто вас обманула в поступках. Показала, а потом оказалось, что это был обман именно в поступках. И женщина познается именно в словах. Она о себе расскажет все. Вот будете с ней общаться, внимательно наблюдайте, о чем она говорит. Она все расскажет про своих бывших мужчин, о своих представлениях о жизни, обо всем. То есть женщина расскажет. Мужчина обманывает в словах, а женщина обманывает в поступках. То есть понимаете, как это работает, как можно, уже общаясь с человеком, определить, какие у вас будут с ним, либо с ней отношения. Для того, чтобы еще больше получать много интересной бесплатной информации, вам необходимо стать участником одной из моих групп. Вайбер сообщества, группа WhatsApp, либо Telegram-канал. Внизу под этим видео обязательно заходите на одну из ссылочек. Совершенно бесплатно. Курсы, уроки. Это очень интересно.